Михайло, Пуся, Пуся, Пусечка. Пуся, Пусечка, Пуся, Ханна. Кто тут испачкался? Сонное царство. Ханна, ты там на что облокачиваешься? На щебуна. Чёрт, не трожь одеяло. Выключи вентилятор. Котика мучить. Что-то говорит, хорошо, он здесь лежит, тоже хочу. Вот теперь иди, ля. Хвостик, хвостик. Говорит, меня там держит, я тоже к вам хочу. Ханна! А, себе нашла. Какая интересная игрушка у тебя. Ханна! Это мы ей дали обрезки говядины. И причем она их даже любит больше, чем обычную говядину, просто цельную. Ну, в смысле, филе. Вот, и она с ней потом, когда поест, уже начинает играться. Ну, я такой, типа, может, как-то охотится, фиг знает. Кстати говоря, даже мы научную программу смотрели, рыси постоянно играют со своей едой. Ты даже филе там даешь, все такого нет.
куда она делась? А, там лежит. Ну хватит мой искать, если уже и так все разорвали.